Всем привет, ребята, с вами Геймер, это канал Геймич. Мы продолжаем проходить игрушку под названием Соль и Священник. Так, как всегда, открываем сначала карту и разбираемся, где что как. Так, мы, значит, где-то в углу минус ноги. Это мы закончили, получается, где у нас босс был, правильно? Да. Так, аккуратно. Аккуратненько, аккуратненько, спрыгиваем. Так, где мы находимся? Мы находимся где-то там. Где-то находимся. Где-то, где можно спуститься вниз, получается, да? А чё за прикол? Погоди. А ну смотри, а я смогу вот так вот? Раз. Два. Ага, всё, нельзя. Раз. Я могу только дважды так сделать. Все, понял. Все, разобрался, все понял. Так, хорошо, значит, исцеление и восстановление. Значит, теперь, получается, мы заканчиваем. А это сюда можно сломать? Нет, нельзя. Ладно. Эта дорога куда у нас ведет? Это в какую-то новую локацию, что ли? Так, да, это у нас озеро Сиам. Озеро Сиам под землей, короче. Озеро наше Сиам. Сейчас сделаем, как я тебе показывал. Раз, два, все, залезли. Залезли куда-то и что-то взяли. А, что я сделал? Блин, я не ту кнопку нажал. Обугленная реликвия. А, ну что ты умеешь? И здесь? Не здесь. Не здесь. А где? Это где-то... У меня 5 символов, откуда 5? Так, левый контрол прыжок. Света позволяет факел. А, потом прыгать от стен и возвышение, да. Так, а что я нашел? Так. Пожалуйста, вниз. Пожалуйста, вниз. Вот он. А были на реликвии в этом реликварии, когда-то хранились кости героя, высокопоставленный клирик брал его с собой в битву. С помощью воспоминаний, скрытых в этом предмете, можно улучшить. Короче, все это для улучшения, я понял. Так, и чё? Ничего получается. Можно налево пойти, получается, к какой-то комнате, да? Либо направо пойти и закончить старую комнату. Наверное, мы успеем и то сделать, надеюсь. Надеюсь, успею бы то сделать. Сейчас, кстати, и посмотрим. Смотри, если я налево пойду, я смогу вернуться, интересно. Давай, вот как раз и проверим, Озеро Сиам. Кто? Мужик. Только погляди, как далеко мы забрались. Я вижу на этом острове очень давно. Морской воздух, соль, я пропитался именно насквозь. А еще потерпевшие кораблекрушения. Такие, как ты, столько несчастных моряков, настолько выброшены на берег плотов, выброшены на берег плоть и общая тайна. Это говорит конца. Вас всех предали. Я видел рабов, разряженных под аристократов. Я видел солдат и моряков, которые плыли на одном корабле, но свою цель представили. По-разному. Несчастные вы скитальцы. Вы знаете, кто вас предал? И почему? Тебе нужно найти принцессу, не так ли? Мы с тобой еще встретимся. Да, встретимся. Где-то босс должен быть тут, да? Так, это что? Это куда? Это еще какой-то переход. Ого. Еще один переход какой-то, прикинь. А, в смысле? Взять символ. В смысле? Эскейп. А, сейчас. Да. Длинный сосуд. Все, хорошо. Так, сохранялка есть. Вообще, слушай, чудесно. Сохранялка, которая не так далеко вообще. Так, что с тобой можно сделать? Ничего. По отношению можно. Ганный клир. Ну, пускай будет хоть клир здесь в гостях. Так, это куда меня ведут? Типа, с другой стороны, что ли? Возможно, с другой стороны, реально.
Так, я вообще сюда хотел идти? Нет. Я сюда не хотел, мне кажется. Ловушки какие-то. А, слушай, так я сюда с другой стороны заходил. Правильно? Да, смотри, я сюда с другой стороны заходил. Так, окей, разобрались, значит. Значит, разобрались. Давай сначала вот ту локацию пройдем, потом еще какую-то пройдем, возможно, эту уже. Слушай, если мы успеем по-быренькому разобраться со всеми боссами, которые, как я понял, пооставались только на этой локации, будет босс, и на следующей, еще на одной, короче, на трех локациях должен быть босс, если я правильно понимаю их расположение, то если по-быренькому разберемся с ними, то успеем все сделать. А тут что, какой-то морской босс? Вот одна спичка, видишь, одна спичка. Как раз. Два. Потому что я тебе говорил, сейчас босс будет. Так, три. Четыре. И давай вот это, пять. Готов, все, покинули. Ведьма озера. А я хотел большую рыбу, короче. Что за приколы? Зачем мне ваша ведьма? Она горит хорошо, кстати. Капец, она хорошо горит. Ага! Слушай, подруга, давай это полегче. Блин, офигеть. Жестко она бьет. Офигеть, она жестко бьет. Короче, она, как и все маги, очень уязвимая, но и фигачит сильно. Это понять можно. Это, допустим, как того великана. Помнишь, я гасил какого-то принца, великана вот того, да, внизу пирамиды. Так там он получается, что? О, как раз светлая магия против нежити. Он был большой, типа, его трудно пробить было, но он меня не пробивал. Так, она мне хп вроде бы резала, так что давай-ка полегче. Кстати, на превьюшку пойдешь, скорее всего. Возможно, даже три босса. Если успеем, я же говорю, три босса. Так, почти снял. Спасибо, подруга, слушай. Так, это ты зря. Это ты зря, подруга. Так, спокойно. О, жесть! А ты чё это в сторону свернула, подруга? Ну не надо ж было так, зачем? Зачем? Ну, в принципе, смотри, мы её сейчас со второго, с третьего раза убьем. Бог любит троицу, поэтому мы с третьего раза убьем. Я тебе гарантирую, на все 100% мы её сейчас убьем. У неё просто нет ни шанса. Ай. А ну хорошо, можно было и не слазить. Так, значит, возможно, благословление будет мощнее. Ну, не важно, в принципе, я и так сильно бью. Так, где тут у нас восстанавливающий вот это? Все. Я готов, погнали, подруга. Давай, ведьма, давай. The Finger of the Lake. Так, хорошо, промазала. Попала. Не даешь встать. Хорошо, спасибо. Хорошо. Почти. Почти хорошо. Это уже моя ошибка. Это моя ошибка. Я начал лечиться второй раз. Я думал, она призовет сейчас тех, которые автоматом летят на меня. Возможно, их тоже можно не впитывать, их можно уклониться, но все же лучше впитать, думаю. Ай, все-таки долбанулся ногами, да? Как ты мог? Вот как ты мог? Давай оружие благословим молитвой все-таки. Я больше доверяю молитве, чем вот этим расходникам. Вот реально, я тебе говорю, я молитве больше доверяю. Все, я под тобой, я готов тебя хасить. Давай, спускайся. Ага. Куда улетело? Во! Я вот эти думал. Блин, не надо. Короче, против мага нужен маг. Я понял. Ага, промазал.
Тихо, 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 не надо. Не надо. Да ну не надо, я ж тебе говорю. Промазала, прикол, ты это видел? Она промазала. Тихо, блок, 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 да я ж держу блок, алло. Мне кажется, или вот когда я начинал проходить, не так много боссов было. Короче, чем глубже, тем локи как бы проще. Вот на поверхности все локи муторные и дофига мобов. А здесь, получается, локи все прямолинейные. Тупо вот по прямой бежишь, да, и босс. И что еще? И у них мобов нет. Блин. Тут тупо по прямой бежишь, или куда-то просто поднялся, спустился, и все. А дальше по прямой бегаешь, и все. Ну и боссы, разумеется. Боссы и все, и мобов нет. Тупо боссы. У них нет подчиненных. Даже нам они не нужны. Спасибо! Спасибо! Просто красавица! Вообще жесть! Вот лучшая, блин. Я, знаешь, готовлюсь, когда она будет фигачить льдом и огнем, а она мне кровью фигачит. Демонами какими-то. Ее фиг поймешь. То одно кастует, то второе кастует. Казалось бы, кастов мало, а, блин, все равно фиг поймешь. Раз, все-таки благословление такое, блин, спит. Я, конечно, понимаю, что это больше затратно, но все же, как бы, увы. Можно было, кстати, подпрыгнуть и ударить сразу. Куда улетело? Вот, 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 пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я уже в воздухе был. Вот как мне надо было увернуться, как мне блок, блин, в воздухе прожать надо было. Мне нужен щит. Мне не нужен щит. Но он мне нужен. Не надо блокировать удары, но не терять урон. Не знаю, как это работает. Мне надо четвертой молитвы, вот что. Стопудово, мне надо четвертой молитвы просто. Не успел, не успел ударить, не успел ударить. Тихо, блок, держу. Держу. И что? Мне блок не сильно помог. Возможно, надо убегать дальше, чтобы они как бы разлетелись. Тоже как вариант. А давай смотри, давай я не буду ничего блочить, я буду тупо пробовать уворачиваться. Вот, вот так вот, прыжками вот так. Ой, хорошо. Живой. А, я таймер не запустил. Сейчас пойду. Так, значит, у нас на полчаса. Окей. Так, раз, два. Две защиты, получается, от магии и от физического урона, от добавления восстановления, восстанавливаемся, и урон от света. Все, готов. Вот он я, вот моя голова, вот он мой меч. Не успеваю долететь просто до нее. Спокойно. Все-таки пришлось заблочить. И не успел, все. Я просто вылечился и все, и я не успел. Давай пробовать, значит, удар у ворот, удар у ворот. Вот так. Я пытаюсь же побыстрее убить. Бью по несколько раз, да. Она и физически, в принципе, бьет. Я думаю, может, не надо было использовать физически защиту, но все же надо. Надо было. Да, у меня уже 21 тысяча. У меня вроде бы 50 тысяч было. Женщина, как много ты жрешь у меня денег? Почему все женщины жрут деньги? Ага. Покуха. Так, восстанавливаемся. Покуха. Так, хорошо. Зим! Я только что прыгнул под каст, правильно я понимаю?
Возможно, да. Мне не показалось, я прыгнул под каз, да? Вот прямо под ее посох, вот когда она начала колдовать. Вот жесть вообще. Хотел по-быренькому пройти сразу трех боссов, да, за одну игру. А фиг тебе. Правильно? Хорошо. Вот, я под ней уже, но я же не успеваю удар сделать. Я не успел приземлить, чтобы опять прыгнуть. Так, хорошо. Хорошо. Смотри, увернулся почти. Бля. Хорошо. А чё ты в воздухе-то не пытаешься меня? Оп. Чё? Ах ты ж крыса! Вот надо было блочить, это надо было блочить, ладно. Ну, зато хоть чуть-чуть получается, смотри. Хоть чуть-чуть это получается уже, начинается. У нас, в принципе, полчаса есть еще, если я не буду еще тупить, ну, сейчас 2-3 раза еще максимум умру, и после этого убью ее, то, скорее всего, мы успеем и следующих боссов загасить. Земное вмешательство, божья воля, божья защита, обосолвенная вода взята. Ну да, я до нее долетаю, я не успел просто убавить. Раз. Два. Так, спокойно. Хорошо, вообще промазало. Хорошо, и в этот момент надо прыгать просто в момент. А, ты чё? Я ж тебя ударил, у тебя чё, дисбаланса нету? Я тебя контужил мечом в воздухе. Долбанутая должна была быть. Нет, она все равно летать продолжила. Жесткой энергии не хватает, жестко. Прям очень-очень жестко. Блин, я все ближе и ближе к ней подбираюсь. Я скоро ее пролечу так. А, я реально пролетел. Ага. Убить. Так, это что-то новое было. Блок, блок, дурак. Короче, чтобы хилиться, надо улететь от нее как можно дальше, я понял. Разобрались. Но если хилиться, так это только если она меня не шотнет. Тут тоже такая тема. Ну ты крыса. Надо было тебе только что, ну он тупасит просто в этот момент. Дурачок просто. Просто дурачок. Дурачок дурачком. Я не успел взять исцеление, благословение, молитву. Я перелетел эту молитву. Ай, один попал. Хорошо. Исцеляемся. Хорошо. Куда собралась? Так, адьос. Адьос. Я знаю, сейчас будет жопа. А все, пропали. Хорошо, спасибо. Тихо, тихо, тихо! Покуха, подруга, давай полегче. Давай полегче, полегче, пожалуйста. Блин, сейчас опять кастанил что-то. Во, во, я за это говорю. Ай. Что это такое? А. Так ты мышей вызываешь вот так вот, понял. А как тогда ты посохом их вызывала? Что за прикол? Или у тебя два типа призыва? Блин, паладин против чародея. Вот реально, вечное противостояние.
Раз, два, три, четыре, пять. Давай сразу шесть, чтобы нет. Тупанул. Надо было бы залетать к ней по-бырому. Раз, два, три. Так, спокойно. Четыре. Она побыстрее пытается от меня уйти. Я к ней подбегаю. О, спасибо, спасибо. Аккуратно, так, аккуратно, маленько. Так, что-то будет. Щиток будет. Хорошо, хорошо, живу. Живу, щит. Молитва. Бля, жопа. Жопа мне. Так, надо восстановиться. Надо восстановиться срочно. Хоть бы не убил, хоть бы не убил, хоть бы не убил. Не убивай, пожалуйста, подруга. Давай, да, давай, давай полегче. Бля, почти. А ведь почти убил. Короче, больше двух снаряжений, больше двух предметов я использовать не могу. Ни молитвы, ничего, ни заклинаний, ничего нет. Не могу. Больше двух нельзя. Будем знать. Так, еще раз. Раз, два, три. Но оно же не спадает, правильно, когда босса начинают бить. Ну, по крайней мере, я не видел, чтобы оно спадало. Так, я подбежал к ней. Хорошо. Раз, два, три. Четыре. Вот, 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 пожалуйста. Ты долбанутая женщина, ты понимаешь это? Ты одним снарядом меня откинула, вторым еще откинула, третьим, десятым, двадцатым. Ты как с огнемета им жаришь, реально. Долбанутая женщина, не зря ее долбили, блин. Все хуже и хуже становится. Хотя, казалось бы, должно быть лучше и лучше. Возможно, все-таки молитва сильнее. Возможно. Точно не уверен, но возможно. Я бы хотел бы ее тяжелой атакой порезать. Ножничками, да? Так, спокойно. Ай-я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 й. А, у меня уворота не было, да? Хорошо. Будем знать. Хорошо. Будем знать. Спокойно. Да, вот это уже вторая серия, когда я начинаю тупо одну серию бить босса. Вот целую серию бью одного босса. Нет! Спокойно, не разбился. Хорошо. У меня деньги скоро закончатся. Че, женщина, давай полегче. А то деньги закончатся, будет жопа. Будет полная жопа. Так, я больше склонен к молитве, все. Конечно, можно еще вот так давай задействуем, че бы нет. Давай вот так задействуем, че бы нет. И погнали. Я себя не вижу, но я слышал рывок. Так что должен был долететь. Раз. Спокойно. Хорошо, спасибо. Такой раз удар. Спокойно, блок. Держу. Повернулся. Так, женщина, я тебя сейчас загашу. Подожди. Подожди, я сейчас загашу. Ай. Ай-яй-яй. Нет, 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 пожалуйста, пожалуйста. Не надо.
Я хотел исцелиться, мне не дали исцелиться. Пища мне. А ну короче, да, чем меньше у меня монет, тем меньше у меня не тратится. Короче, они у меня еще долго не закончатся, да? Так, значит, лечиться будем мы. Не молитвой, а бутылкой. Бутылка хоть слабее лечит. Но все-таки она не тратит мою выносливость. Все, хорошо. Определились. Ты чё? А! Один удар в одну сторону, другой во вторую. Спокойно, убьет, убила, спасибо. Я даже не собрал с нее. А, у меня соль была ноль, да? Вы потеряли ноль. Она нежить, правильно? Если она нежить, то все-таки урон благословления должен помочь против нее. Но я в этом не уверен. Огонь все равно, мне кажется, мощнее всего против всех. Против всех, всего и вся. Удар! Сейчас будет! Слушай, я успел! Наконец-то! Да, только и она ударила меня. Ах ты паскуда! Не надо, не надо. Одумайся. Спасибо, что одумалась. А, вот эта тема мне крадет жизнь, да? Или нет? Ага, спасибо, больно. Блин, ну я в размен иду с ней. В размен плохо идти, правильно? Очень плохо! Очень плохо! Долго ты кастуешь все свои предметы, реально. Долго. Надо как она, надо быстро. Раз, два и готово. Типа, произнес, появилось и пошел куда там надо. А ты, блин, стоишь, руку в небе держишь. Ну, держал бы одну руку в небе, второй выбил. Чтобы нет, вот дебил. Так, ну, в принципе, я готов, да? А, не успел еще один прыжок сделать, ладно. И кувырок не успел, офигенно просто. Просто аплодирую. Аплодирую сидя, разумеется, стоя не буду. 688 монет уже жрет. Не, все-таки эта серия чисто ради нее будет. Я вряд ли ее убью, осталось, конечно, 15 минут серии, но тоже вряд ли я убью ее так быстро. Так, раз, два, с молитву взяли, пошли. Готова, женщина? Давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять, девять, восемь. Я сбился, погоди. Я сбился, погоди. Слушай, а так красиво начиналось. Я тебя тупо долблю. Ты с огнемета куда-то в сторону долбишь. А я тебя долблю. И все хорошо, и все красиво. А нафиг ты вообще их призывала? Я не понимаю. Все помешало вообще. Всему веселью помешало. Как так можно? Я кольца не менял, кстати, мне интересно.
готов. Блин, почти. Ладно, тогда лево. Ладно, правой, чтобы достать. Не достал. А, попало. Сейчас останет. Спокойно. Блок. А блока не хватило. Да, щита не хватает жестко. Жестко щита не хватает. Прям невероятно жестко не хватает щита. Ну а так бы урон порезался вдвое. То есть, ну блин, ну тут ну, либо так, либо так. Тоже ж урон не хочется резать, правильно? Особенно настолько. Типа из 80 ты 40 бьешь. Ну это... Давай огня. Давай огня. И вот так. Все. Попробуем с огнем еще раз. Мне понравилось, как она горела. Она очень хорошо горела. Ага, попала. Так, ну я тебя все равно толкаю. Бывают моменты. А, со второй стороны, тихо! Блядь, жопа. Ну стопудово жопа, но я же говорю, жопа, значит жопа. Дамаг хороший с огнем, но блин. Обидно, плохо, жестко. Давай-ка возьмем, что мы возьмем. А, у меня есть какой-то, чтобы горением урон был, не? Ой, не горением, а там... А такая тьма, молния, светом, так... Затраты энергии ближнего, скорость атаки, дальность атаки. Силу атаки освещает огромное пространство. Давай тьму добавим, чё бы нет. Давай попробуем с тьмой. Конечно, она и есть порождение тьмы, но давай попробуем, чё бы нет. Тьма плюс свет. Там сейчас какой-то взрыв ядерный произойдет просто и всё. Так. Но все равно после босса будем заходить в святилище, правильно? Так что все равно восстанавливаться будем. Что-то не сильно видно, как тьма работает, да? Блин, я только хотел тебя порезать. От одного я увернулся, хорошо. От второго не сильно. Второй удар, хорошо. Раз, два, так, это тьма. Тьму я вижу, но она слабее огня. Ай, больно. Пизда. Почти, кстати. Давай еще исцелимся. Еще бы одну дай применить. Спасибо. Хоть применить дала. Тихо. Ну блин, ну почти, ладно. А тьма плохо бьет. Очень плохо бьет. А, мне тогда надо, получается, что? Тогда давай молнию попробуем. Возможно, молния тогда посильнее будет. Молния, по идее, вроде поскольку по 60 била тогда, да? Но, возможно, она била столько из-за того, что там кто-то уязвимый был к ней, как вариант. Либо у меня какой-то баф был вот эти с клириками и тому подобное. Так, хорошо, готов. Кувырок не сделал, а надо было в воздухе, чтобы долбануть можно. Вот. А что ты развернулся вообще, я не понял. Я не вижу, сколько бьет. Я вижу, сколько она меня бьет. Так, ну это спасибо. Не, я не пойму, сколько она бьет. Так, от этого просто в сторону убежать надо. От этого надо вперед убегать. От этого надо в сторону убегать.
Вот так вот. Больно все равно. Тихо, спокойно. Убьет, аккуратно. Ай, больно. Пока могу, я тебя буду бить, женщина. И себе не льсти. Потому что это больно очень, вообще-то. Оу! Минус наводка реально жесткая. Казалось бы, я сейчас ушел тупо, а на деле нифига. Конечно, легко просто уйти, но и не в ту сторону ушел бежать, да? Я в противоположную ушел, надо было на нее бежать. Так, а какие у меня еще есть расходники такие, чтобы могли мне помочь? Тьма все-таки, да, живущая в любых святилище. Так. С Бринским не, мне она не поможет никак. Тысяча чудес, давай вот это попробуем, либо нет. Давай 1000 чудес попробуем. Возможно, мощнее будет. Еще вот это и вот это, да? И чудеса наши. Возможно, они мощнее будут, реально. Вот опять я под конец сделал кувырок. Из-за этого удар нанести первый я не успел. Слушай, а мне кажется, реально мощнее. А вот в воздухе бить нечестно. А вот это я ожидал уже, да. Вот такой вот удар я уже ожидал. Все, у меня деньги кончились. А, не, еще не кончились. Еще не кончились. Так, 366. Сколько у меня всего денег там? 1000, 2, 3, 3. Короче, 10% отнимает денег. Я понял. Не сильно она мне помогает. А, есть у меня урон света. Ма, ближний огонь, врагов, скорость атаки, дальность атаки. Давай возьмем силу у себя. Сила. Так, это мне надо убрать тогда, получается. А, сила плюс вот это, плюс вот это. Короче, без других бафов будем пользоваться только этим. Так и вот так. Все, готово. Все равно отвернулась, блин. Как будто я ей уже надоел, реально. Ударила. А я не достаю. Благодарю. Был блок. Я и сильно бью. Но я наш сильно бью. Во! Три удара ножницами — это жопа просто. Три удара ножницами — это и жопа. Блять. Пожалуйста. Спасибо. Все. Я справился. Под конец серии я справился. Под конец серии. Сколько ты мне там даешь? 10 тысяч. Блин, что так мало ты мне даешь? Я не понял. Офигела, что ли? Женщина, я так старался тебя убивать. Соляной алкиманту. Какой-то соляной алкиманту. Это куда мы идем? Куда это будет попали там? Так, соляной алкиматун. А, это другая локация, все понял. Так, я сюда не хочу пока что. Пока что я сюда не хочу. Полетели обратно. Сейчас к другому боссу попробуем пойти. Попробуем, получится что-то или нет с ним. Не, если получится его с первого раза убить, конечно, это смогу, да. Может, с двух. Как сделать подношение? Могу? Могу, проводника. С боссов, короче, проводники падают, я понял. Повысить уровень. Я не могу себе повысить уровень. Не хватает 60 соль. 60 соль. Ну, у меня, конечно же, есть соль, да?
Ну, косули. 100, 200, 300, 500, окей. А, повысил уже. Да. Теперь качаем домолитву. Домолитву хочу, все. Тяжелую броню мне пока не надо, мне надо молитвы. Древнамков. А молитва четвертый... А, так я почти дошел! Лирик четвертый, чтение... Я реально, я ж качал, почти дошел, смотри. Я тупанул просто, ладно. Так, это нам направо, тупо право, тупо право. Ой, а что так не... Так, это тупо право наверх, что ли? Не понял. Ай, сейчас долбанет. Что-то слабо ты бьешь, реально. Братиш, ты какой-то слабый. Так, сюда вроде прыгать, да, надо? Хорошо. Ага. Короче, ты видишь? Видишь прикол? Вот куда вода течет, туда и надо прыгать, скорее всего. Так, направо опять. Опять направо прыгать. Мне страшно. Сейчас помру. Сейчас помру, мне реально страшно. Куда течет вода, туда и прыгать. Я сначала не понял, а потом пока понял, когда по второму разу упал туда же. Блин. А нету ничего такого от падения, реально. Так, куда там дальше? Направо. Ага, еще раз направо. Сейчас к боссу свалю. Пизда. Так, я понял, короче, надо чисто право, чисто право. Право, право, чисто право. А назад как вообще жесть? Назад лифт какой-то будет, что ли? Опять забыл свет включить. Ладно. Раз, два. Так это где мы вообще? А это другая локация, откуда я хотел прийти. Все, готов. Тут один мог вроде бы, да? Вроде бы. Так, налево. Все-таки хпшка жрет, ладно. Так, куда налево? Направо. Направо. Налево. Все, лечимся. Так, направо. Еще раз направо. Так, и здесь я умер. А здесь я умер. А так как я тут умер, так где тут еще раз огонь мне нравился? Надо вот так вот прыгнуть. Спасибо. Так, здорово. Ты кто у нас? Утонувший медальон. Так, погоди, у меня утонувший медальон нашелся какой-то. Возможно, ты мне... А, нет, тут нет костра никакого. Я думал, он мне какой-то символ даст. Утонувший медальон, утонувший медальон. Я не знаю, где это. Яд, яд цитоплазмы. А, это я помню. Так, ладно. Ну ладно, давай с тобой попозаем. Что там? У тебя есть метка. Нужно кровавые записи. Нужно кровавые записи. Ага, нет. И чё, не пропустишь, типа? Закрыто. А назад как? О, там сундук! И сейчас сундук заберем и все. Сейчас сундук заберем. Хотя нет, давай тогда кровавые записи надо, ладно. Все, тогда заканчиваем на этом серию, так как уже я туда возвращаться, я все равно тогда умру. Ладно, забей. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.